Приветствую, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как изменилась центральная аллея Приморского парка. А также мы с вами посмотрим, на каком этапе восстановления находится спуск к морю. При входе на территорию аллеи выставили картины художника Архипа Ивановича Куинджи. На территории вдоль аллеи появилось больше лавочек, урн. Полностью перестелили асфальт, привели в порядок все газоны, высадили больше растений, установили новые столбы с ночным освещением. А также здесь появились торговые точки, и они работают в основном в праздничные дни. Это картины художника Куинджи. Возле аллеи появилась новая большая спортивная площадка. И буквально позавчера я занимался здесь спортом и показывал вам, как стелят новый асфальт. На тот момент этих дорожек здесь еще не было. И это только начало. Здесь у строителей по плану все еще много работы. Это спорткомплекс «Ильичевец». Недавно я вам его показывал с другой стороны. Внутри все еще ведутся восстановительные работы. Наконец-то аллея преобразилась. Друзья, посмотрите на горизонт. Всего лишь год назад эта часть города выглядела полуразрушенной. Все девятиэтажки, пятиэтажки были черными. И как они выглядят сейчас? Обалдеть. И везде стройки. Всего лишь год прошел. Появились новые пешеходные и беговые дорожки. Да, гулять здесь стало намного приятнее, чем раньше. Парк преобразился. Здорово. А также здесь появились новые большие детские площадки. Шикарная детская площадка с обалденным видом на море. Раньше на этом месте росли кусты, деревья, в общем, были джунгли. Территория была запущенная. Там дальше еще одна детская площадка с качелями. Но строительные работы здесь еще не закончились. Все еще в процессе. Вот и осень пришла. Лето очень быстро пролетело.
Но на улице все еще тепло. Уже октябрь месяц. И многие еще ходят в футболках. Ух ты, какую здесь постелили новую дорогу. Здесь появился новый тротуар для пешехода. Беговая дорожка прорезиненная, красная. И полностью перестелили дорогу для автомобилей. Эта дорога была здесь и раньше, но по ней было очень сложно проехать на легковом автомобиле. И вся эта территория была в зарослях, непроходимых зарослях. На территории Нахимовского училища стройка кипит. Да, здесь грандиозная стройка идет. И скорость возведения поражает. Да, здесь очень красиво стало. Я так понимаю, что будет два спуска. И, возможно, этот спуск уже завершен. А в той стороне еще монтируют. Сейчас посмотрим. Да, здесь уже можно спокойно спуститься к морю по этой лестнице. Ух ты! Раньше старый спуск был с этой стороны, где сейчас монтируют новую смотровую площадку. Вау, друзья, как здесь все поменялось! Сейчас мы с вами посмотрим на смотровую площадку. Она здесь была и раньше, но только не в таком виде, как сейчас, конечно. И здесь новая смотровая площадка. Молодцы. Задействуют всю территорию. Добрый день. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отличное. Я вижу, это здорово. Да, как вам парк Приморский? Прекрасно, прекрасно. Я сюда уже не который раз прихожу с таким удовольствием. Просто не передать. Здорово. А вы мариупольчанка, да? Мариупольчанка, да. В общем, вам очень нравится? Очень рада, что отстраивает город, и я в восторге от всего. Спасибо вам большое. И вам тоже. Всего доброго. Пока-пока. Вот так вот, друзья. Местные жители города Мариуполя счастливы. Какая красота здесь.
музыка в кафе играет вообще не соответствующая такой красоте. Бомбезный вид, конечно, отсюда. Итак, друзья, сегодня мы с вами прогулялись по центральной аллее Приморского парка. И знаете что? Я впечатлен. Наконец-то парк очень преобразился. И здесь очень приятно прогуливаться. В городе Мариуполе появилось такое шикарное место. Просто супер. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.